нет времени недоступен. Оставьте сообщение после звукового сигнала. Запись сообщения тарифицируется как исходящий вызов. Абонент улучшен после танца. Допустим, сигнал дантин, хабар лама кадрюмас. Хабар лама жазбаса, сирок умрауситами тарифицируя. Ера, я звонил тебе. Писал на WhatsApp. Твой телефон, как обычно, отключен, так что я отправляю тебе это голосовое сообщение. Сейчас я уже один, рядом никого нет, так что я готов на диалог. Хотя зачем я отправляю это сообщение, если они меня и так слышат? Я же вроде на прослушке. Я бы мог просто говорить в телефон, не правда ли? Попроси, чтобы они перезвонили мне. Ведь сеть дороги не везде ловит, сам знаешь. Ладно, я выезжаю. Я выезжаю, через пару часов буду в Караганде. А сейчас я заеду в офис, возьму то, что нужно, и сразу же выберусь. Если ты слышишь это сообщение, то все круто. Все будет нормально, бро. Я сделаю все, что от меня потребуется. Я буду ждать звонка. Слушай меня внимательно и запоминай инструкцию. С этой минуты до самой Караганды ты будешь в моем подчинении. И все, что тебе нужно делать, так это четко придерживаться инструкции. И не забывай, что любая утечка информации куда-либо или кому-либо, даже пусть намеками, смс-ка с изображением слез и все вроде того, это будет твоей фатальной ошибкой. Даже если вдруг ты решишь где-то остановиться, пописать, и вдруг начнешь изливать душу матушки природе и ее степям, я об этом узнаю в ту же секунду. Тебе со мной лучше дружить. Я буду делать все, что скажете. Думаю, проблем не будет. Так вот, даю тебе 2 часа. Задолжал не ты, а... кто он? Муж твоей сестры. Ладно, не суть. Я даю тебе последний шанс одуматься, потому что спрыгнуть на полпути уже не получится. Знаете, сейчас я в дороге. Еду к вам. Я сделал свой выбор. Но есть еще одна немаловажная деталь. Вы же в курсе, сегодня я женюсь, и так как мне приходится с вами... Я же сказал, ты еще можешь вернуться обратно. Нет, я не это имел в виду. Если вы хорошо знаете возможности моего отца, вы должны понимать, насколько длинны у него руки. У тебя есть план? Если честно, нет. Но я уверен, что смогу оттянуть время, пока сделка не совершится. Тут ехать-то 1.5 часа. Знай, это был твой выбор. Начнешь делать глупости, увидишь, как я начну повторять их за тобой. Thank you.
Следующий звонок. Неужели я дозвонилась до тебя? Жан, я разговаривал, я не мог не договорить. А, да? И с кем ты разговаривал все это время? Алло? Милый? Ты меня слышишь? Я тебя прекрасно слышу. Я разговаривал и был немного занят. И все? Больше ничего не скажешь? Я же сказал тебе, я разговаривал. И отвечал на необходимые звонки. Я уже поняла, что ты разговаривал. Ты мне вот уже третий раз повторяешь. Ты можешь хотя бы сегодня отключить свой чертов телефон? Эльвира. Но все-таки у нас свадьба, так что я требую включить наконец-то переадресацию. Милый, это уже не смешно. Прекращай разгуливать в саду и возвращайся обратно в зал. Даже если кто-то собрался умирать. Эльвира, дело в том, что меня сейчас нет в саду. Через 5 минут я жду тебя в зале. Эльвира, кажется, ты меня не слышишь. Я только что сказал, что меня нет в саду, потому что у меня появились срочные дела, и мне пришлось отъехать. Я знаю, это какое-то безумие, но прошу тебя, постарайся понять правильно. Я даю тебе слово, когда вернусь, я все тебе объясню, и тогда ты все прекрасно поймешь. Ты сейчас в своем уме? Или это какая-то глупая шутка? Это не шутка. Ты уверен? Да. Послушай меня, милая. Сегодня я женюсь на самой красивой девушке. Я очень-очень сильно тебя люблю. Но мне пришлось отъехать, потому что появились срочные дела. И мне жаль, что все вышло именно так. Тебе жаль? Значит, тебе жаль. Ты хоть сам себя слышишь со стороны? Ты несешь какой-то бред. Ты что, набухался, что ли? Или ты ума лишился? Алло? Алмаз? Зая, пожалуйста, постарайся понять меня. Да, я не спорю, сегодня мы играем в свадьбу, и я... Играем в свадьбу? Это, может, ты играешь, а я выхожу замуж. И, надеюсь, не за идиота. Господи, о чем мы сейчас с тобой разговариваем? Зайди, пожалуйста, в какую-нибудь комнату, где нет музыки и вообще, чтобы никого не было. Алмаз, я хочу знать одно. Через сколько ты вернешься? Скоро закончится антракт, и раз ты уже отъехал, заканчивай свои гребаные дела побыстрее, потому что гости скоро вернутся на свои места. Так что мне нужно знать, через сколько ты будешь здесь, возле меня? Хорошо, я скажу прямо. Меня вообще не будет сегодня. Прости меня, пожалуйста. Значит, это не шутка. Ты говоришь на полном серьезе? Ты же знаешь, я не умею шутить. Мне очень жаль, что все вышло именно так. Прости. Прошу тебя, только не плачь, Эльвира. Я тебя люблю и даю тебе слово. Утром мы обо всем поговорим. Пожалуйста, Алмаз. Скажи, что это сюрприз. Сейчас я поплачу, и тут появишься ты. Все начнут смеяться и аплодировать. Эльвира, зая моя, ты даже не представляешь, как я хочу развернуть машину в обратную сторону. Но сегодня я не смогу сделать тебе такой подарок.
Я сам не знаю. Ну, вообще-то да. Ты чё, не в курсе, что тут произошло? Говори уже, что случилось? Ай, ладно, слушай, ты же знаешь Маху в пьяном угаре? Сука, это надо просто видеть, понимаешь? Только не говори, что он начал драться с Армашкой из-за этой девки. Как же её звали? Нет-нет, она тут ни при чём. Он просто обрыгался на Толика и Зарину, представляешь? Подошел к ним и обливал с головы до ног. Ануар, это, возможно, кажется смешно, но это очень печально, потому что это полное безобразие. Да, да, я знаю. Но, блядь, подойти к целующейся парочке в беседке и обливать их полностью с головы до ног, это просто надо видеть. Анчик, да прекрати ты смеяться. Прости. Это просто кор, понимаешь? Надеюсь, это никто не видел из-за стены. Да, не сытый, все нормально. Это произошло в саду, так что никто этого не видел, кроме... Ладно. Твоя сестра была в ярости, и потом было не до смеха. И? Что ты молчишь? Ты же сам сказал, чтобы мы не выпивали, где старшие. И вот мы решили пойти в сад. Но вы что, не могли нахрен? Хорошо, ладно. Вы только приведите его в чувство, потому что это отвратительно. Да все нормально, бро. Че с тобой? Ребята уже отвели его в комнату и приводят в порядок. Так что не переживай, чувак. Хорошо, а что там с Зариной? Она, наверное, заплакала, да? Только не напоминай мне про нее. Фу, бля, как только представлю эту кожуру от помидора, которая свисала с ее волос... Тут же исчезает мое прекрасное воображение о ней. Бедняжка не виновата, что с ней случилось подобное. Стой, что за... Бедняжка? Что за хрень? Бедняжка? Ты это серьезно сказал, а? Анчик? Ой, да пошел ты в жопу! Да, да, иди ты в жопу! Зачем ты так со мной, Алмаз? Прости, но ты сам хотел, чтобы я добавил хоть какие-то эмоции. С тобой все в порядке? Ты какой-то странный, а? Да, у меня все хорошо, и будет еще лучше, если я перезвоню тебе, потому что я... Потому что... О, Господи. Я сейчас за рулем, и мне хотелось бы побыть одному. Так, подожди. В смысле ты едешь за рулем? Алло? В прямом смысле. Я сижу перед этой долбанной баранкой, потому что у меня появились срочные дела. Срочные дела? В смысле, ты уехал по каким-то делам? Тебе не обязательно удивляться. Как только я вернусь, можешь столб вопросов свалить на мою голову, окей? Ты серьезно, что ли? Или ты шутишь? Ты женишься, и у тебя сейчас идет свадьба. Я перезвоню, мне звонят. Алло, Жан? Алмаз, я поняла все. Кажется, до меня только дошло. Я не знаю, что ты поняла, но... Ты все прекрасно знаешь, Алмаз. Думаешь, я не знаю, куда ты едешь?
Так вот, слушай меня, ублюдок, ты двуличный. Ты едешь к ней, блядь. К этой шлюхе, которая сейчас рожает от тебя. Я знаю. С чего ты вообще решила, что от меня кто-то рожает? Только давай без притворства, Алмаз. Я не дура. Я не притворяюсь, я просто не понимаю, с чего ты такое выдумала. Тебе звонил Дима, и я все видела, Алмаз. Какой еще Дима? Ты знаешь, о ком идет речь, так что не смей говорить, что я это тоже выдумала. Дима акушер. Да, он звонил тебе, когда мы сидели за столом. Ты же знаешь, мне много кто звонил сегодня, в их числе и Дима. Потому что он уехал в Штаты, и поэтому он решил поздравить меня по видеозвонку. Он даже у Динарки принимал роды. Да что вы говорите, Алмаз? Может, он принимает роды и у той шлюхи, которая сейчас рожает от тебя? Ты же прекрасно понимаешь, что это неправда. Это всего лишь твои личные догадки, которые ничем не обоснованы. Алмаз, я уверена, что здесь что-то не так. Ты ведь мог поговорить при мне, но нет. Надо было убежать в сад. Потому что в зале было шумно. И вообще, это полный бред. Поверь мне. Нет, ты мне поверь, Алмаз. Я не дура, как ты себе представляешь. Я почувствовала, что с тобой что-то не так. Твое лицо в саду, как ты кружился с этим телефоном в руке. Да, да. Думаешь, я тебя не видела? Ты был сам не свой. И допустим, что все это мои вымыслы. Как ты там любишь говорить, мои необоснованные догадки? Ну тогда ответь мне, что может быть важнее нашей свадьбы? А? Что может быть важнее этого дня, на который собрались сотни гостей, чтобы поздравить тебя? О, Господи, я всего лишь могу сказать, что ты глубоко ошибаешься. Пожалуйста, Алмаз, хотя бы одну причину. Не нужно это знать. Прошу тебя. Я так и знал. Ты не умеешь врать, я слишком хорошо тебя знаю. Эльвира, я прошу просто довериться мне. Когда я вернусь, мы всей семьей поговорим обо всем, и тогда ты поменяешь свои взгляды. Да пошел ты. Я кладу трубку, меня стошнит сейчас. Подожди, Эльвира, не клади трубку. Алло! Алло! Входящий звонок. Анчик. Ты мне сказал, что перезвонишь. Забыл? Да, извини. Я только освободился. Алмаз, постарайся меня понять правильно. Если у тебя какие-то проблемы, я должен об этом знать. Ты слышишь меня? Я слышу тебя. Не смей от меня что-то скрывать. Я переживаю за тебя. Понимаешь? Хорошо. Убедил. Представь, что у тебя рождается ребенок, и тебе пришлось бы отъехать. Ну, ты понял меня, да? Конечно, нет. Зачем мне такое представлять? Я же сказал тебе. Так подожди. Это такой пример? Или это с тобой происходит? Это происходит со мной. Воу, стоп! Ты хочешь сказать, что скоро ты станешь отцом? Я правильно все понимаю? Алмаз? Да, я же сказал тебе, представь, что скоро я стану отцом, и поэтому мне пришлось отъехать. Так мне представить, или это в самом деле происходит с тобой? Ты можешь мне ответить нормально, алло? Тише, тише, чё ты разорался? Рядом никого нет. Я один. Так что говори уже как есть. Вот ты говнюк, а ты же от меня не отстанешь. Хорошо.
Да, я скоро стану отцом. Это какой-то розыгрыш, да? Это не розыгрыш, Анчик. Я же сказал тебе, я скоро стану отцом, и поэтому мне приходится ехать на роды. Алмаз, это уже не смешно. Ты сумасшедший, да? У тебя идет свадьба, это какой-то абсурд. Дети не бывают абсурды, Манчик. Я не про детей, а про то, что происходит. Это ж... Блядь! Неужели ты позволил какой-то дряни залететь от тебя? Ты дебил или как? Слушай, давай мы договоримся. Я тебе ничего не говорил, и ты ничего не слышал, окей? Слушай, а кто-нибудь еще знает об этом? Ты и никто, кроме тебя. Ты единственный, кому я рассказал об этом. Ты же знаешь, я могила. Но я просто не могу в это поверить. Я ошарашен. Я просто в шоке от тебя, Алмаз. Это жизнь, и ничего с этим уже не поделаешь. Если это какой-то развод, то у тебя получилось. Молодец. Это не развод, Анчик. Я знаю, это совсем не похоже на меня, но ты просто должен довериться мне. Блядь. Я даже не знаю, что сказать. Прям как снег на голову свалился. Хорошо, Анчик, давай я тебе перезвоню. Мне Динарка звонит. Стой, стой, стой! Ей ни слова про то, что я сказал про нее. Окей? Я не хочу проблем с твоей сестрой. Все без проблем. Особенно, когда она в гневе. Я понял тебя. Алло, Динара. Динара. Входящий звонок. Да, Динара, говори. Твоя никчемная компашка, как Шушера, ведут себя просто отвратительно. Прям как зоопарка сбежали. Ты же знаешь Баху. Он просто немного перепил, и все. Он обливал гостей в саду, и по-твоему, это немного перепил? Это свадьба, а не вечеринка, и здесь собралась вся элита. Ты понимаешь, это позор и стыд. Но никто ведь этого не видел. Да какая разница? Зато я видела, как этот дебил обрыгал за Ринку ее парня. Фу, это отвратительно и мерзко. Сейчас его приводят в порядок, так что все нормально. Да все они там дебилы. Еще и Булат порезался, когда лез на сцену. И дважды опрокинул тарелку. В общем, детский сад какой-то. Динарка, излишняя трата энергии ни к чему, поверь. А Булат, ему всего лишь 5 лет. И это нормально. Побесится и успокоится. Просто не обращай внимания, и все. Давай ты мне зубы не будешь заговаривать. Признавайся, куда намылился. Я слышу шум дороги, и как ты разговариваешь со мной по громкой связи. Так что скажи мне, куда ты едешь. Да что на вас всех нашло? Я отъехал по срочным делам, и все. Ты идиот или как? Какие дела? Давай ты перезвонишь, как только успокоишься. Алмаз, говори уже. Все, я спокойна. Что происходит? Ничего серьезного. Рабочие моменты и не больше. Да, я знаю, ты в шоке. Но все будет нормально, я обещаю. А папа? Он, надеюсь, в курсе, что ты уехал? Нет. Он об этом не знает. И поверь, ему не обязательно знать все. Знаешь что, я думала не спрашивать тебя, но все же спрошу. У вас вообще с Эльмирой все нормально? Клянусь богом, я же сказал тебе. Ну тогда почему она заперлась в туалете? Она туда пулей залетела. Ничего не хочешь мне объяснить по этому поводу? Я сказал ей то же самое, что и тебе. Сказал, что отъехал по срочным делам. Но она не поверила мне. Ну слушай, я тоже не верю в чушь, которую ты несешь, потому что это совсем на тебя не похоже. Я не знаю, что произошло между вами, но сейчас ты делаешь глупость. Я знаю, знаю. И это даже не смешно. Я знаю. Слушай, если об этом узнает папа, у тебя будут неприятности. Я все знаю, Динарка, и все понимаю. Я не обкурен, не пьян, и я не под гипнозом. И все, что я сейчас делаю, не имеет никакого отношения, тем более к Эльвире. Пойми, я просто отъехал по срочным делам. И все.
И что это значит? Тебя сегодня вообще не будет, что ли? Ты все прекрасно понимаешь. Как только я вернусь, ты поймешь, какой я молодец. Твою мать, ну это безумие, я просто не могу понять, о чем ты. Скажи хотя бы, куда ты едешь. Нет, как я тебе до этого сказал, я все объясню, как только вернусь домой. Можешь проклинать меня, игнорировать целый месяц. Но придется набраться немного терпения, договорились? Если у тебя какие-то проблемы, я могу обратиться к папе. Нет-нет-нет, Динарка, не смей делать подобные глупости, окей? Я все объясню, как только вернусь домой. И на этом точка. Конечно, я ничего не скажу, но когда гости заметят твое отсутствие, отец сам тебе позвонит. Я надеюсь, ты не собираешься его игнорировать? Сейчас я полагаюсь только на время. Ну ты же знаешь, он будет в ярости. Ладно. Я там оставила тамириску возле туалета. И просто правда понятия не имею, что происходит. Но если вы поругались, и ты решил свалить вот таким вот образом в самый ответственный момент, ты упадешь в моих глазах как мужик. И надеюсь, ты не такой, как Ерлан, который снова свалил куда-то, когда знает, что у нас сегодня в семье такой праздник. Динарка, просто ответь мне на вопрос. Я могу полагаться на тебя? Да. Я возненавижу себя за то, что сказала это. Я влип, Алмаз. Мне начать угадывать? Да я просто в тупике. Твой отец, он спросил у меня про тебя. Я ответил, что ты где-то в саду. И потом он сказал, что через 15 минут мы с тобой пришли в закрытую гостиную, где все мы будем встречать этих чертовых гостей из Дубая. Понимаешь, о чем я? Да черт бы тебя побрал! Из-за тебя я в тупике, и теперь ты должен что-то придумать, потому что я... Если ты не успокоишься, то у тебя сердце прихватит. Да пошел ты в жопу, Алмаз! Да, ты тоже иди в жопу! Понятно? И знаешь, не смей насмехаться надо мной, когда я всеми силами пытаюсь тебе помочь! Хорошо. Раз мы оба оказались в этой жопе, давай выбираться из нее, окей? Я уверен, мы справимся. Чувак, мне кажется, или ты издеваешься надо мной, а? Ты просто слишком много переживаешь, но дело-то не в тебе. И если здесь кому-то отвечать, то только мне. Так что сделай просто глубокий вдох и выдох. Слушай, ты втянул меня в это. Вот ты и разгребай это дерьмо. Я сказал тебе, я боюсь твоего отца. Да, думай, что хочешь, но я тебе скажу, как есть. Стоит ему бросить свой взор, и я чувствую себя серой офисной мышкой, потому что я переживаю за свой карьерный рост, понимаешь? Ты, кажется, бредишь. Я же сказал, думай, что хочешь. Дай мне минут 10, и я постараюсь что-то придумать, окей? Хорошо. Минут 5 – это немного. Я сказал минут 10. Да, я понял. Но никто ведь не умирает. Ты же мог поехать завтра, как все это закончится. Анчик, в этот бренный мир приходит маленький человек, и я должен быть рядом с ним. Я должен хоть как-то проконтролировать это. Конечно, это не мое дело, но пойми, у тебя идет свадьба, и ты ставишь на ком все, только потому что нужно проконтролировать роды? Алмаз, этим врачи занимаются, от тебя какой там толк? Или ты решил проконтролировать свою секретаршу Алию, а? Может, это она делает для тебя киндер-сюрприз? О, нет. О, да, Алмаз.
Я еще удивился, что ты раньше времени отправил ее в декрет. Это было заботливо с твоей стороны. Я отправил ее в декрет только потому, что ей нужно было сохранить плод, и все. Если ты думаешь... Знаешь что? Думай, что хочешь. Я не собираюсь убеждать тебя в обратном. В общем, постарайся вернуться скорее. Даже если ты спасаешь мир от гребаных неземных тиранов. Просто жди моего звонка, окей? Чувствую, все это закончится дерьмово. Так, включи оптимизм и не кисни. Да, конечно. Отличная идиотская идея. Входящий звонок. Неизвестный номер. Да. Алло, добрый вечер. Это Омаров Алмаз Нурланович? Все верно. А кто это? Интернет-магазин NetShop. Меня зовут Асель. Вам удобно говорить? Говорите, я вас слушаю. 2 недели назад вы совершали покупку через сайт нашей компании. Я рада сообщить вам, что ваш товар прибыл. Вы подтверждаете заказ? Да, точно. Совсем из головы вылетело. Да, я подтверждаю заказ. Хорошо. Только курьер не смог найти вас по указанному адресу. И дозвониться на указанный номер, к сожалению, у него тоже не получилось. Хорошо. Возможно, чтобы курьер передал их на следующей неделе? Ну или я отправлю к вам своего человека. Секунду. Значит, отправите доверенное лицо. Или все же выслать через курьера еще раз? Думаю, через своего человека. Только отправьте мне сообщением адрес вашего офиса. К сожалению, не получится. Номер корпоративный. Адрес можно найти на сайте. Или могу продиктовать, чтобы записали. Хорошо, хорошо. Только дайте мне одну минутку, потому что я еду за рулем, и мне нужно найти ручку. Да, конечно, не торопитесь. Спасибо. Все, диктуйте. Проспект Абая, 52Б. Бизнес-центр Байзак. 52Б. Бизнес-центр Байзак. Никогда не думал, что по Абае есть такой бизнес-центр. Да, есть. Отлично. Вы успели записать адрес? Спасибо, я все записал. Угу. До свидания. Входящий звонок. Эльвира. Знаешь, Алмаз, меня все еще тошнит, и я боюсь выходить из этого туалета. Эльвира, пожалуйста, выслушай меня. Я до сих пор не могу поверить, что это происходит именно с нами. Это неправда. Пусть это будет сном, и все исчезнет, когда я проснусь. Жан, пожалуйста, давай мы успокоимся и просто поговорим. Не надо со мной разговаривать так, будто у меня отклонение. Я всего лишь хочу поговорить в нормальной форме. В нормальной форме? По-твоему, я что, ненормальная? Я этого не говорил. Сама по себе без повода страдаю, плачу? Я... Ты это хотел сказать? Ты тупой притворщик, можешь не сочинять. Это на меня не действует. Я не притворяюсь, Эльвира. Уверена, ты сейчас едешь к ней, блядь. К этой сучке, которую ты трахнул, чтобы накачать ей долбанный живот. Потому что ты знаешь, что у меня проблемы с зачатием. Ублюдок ты конченый. Ты все начинаешь по новой. Ты думаешь, я тупая? Нет, нет. Я даже слова такого не говорил. На второй линии, мама, я не хочу поднимать. Эльвира, прошу тебя, вернись обратно. Ты серьезно? Я прошу тебя. С таким лицом, где все размазано тушью,
Может, мне еще и улыбаться всем, как идиотка? Ира, это Динара, может, хочешь меня просить? Динара, 5 минут, я скоро выйду. Хорошо, пока ты меня не впустишь. Не сиди там, прошу тебя. Впусти хотя бы Динару, она приведет тебя в порядок, и ты вернешься обратно. Хорошо? Пожалуйста, Алмаз. Ты же моя умничка. Вернись. Разверни машину и вернись обратно. Не поссорь меня перед всей этой толпой, которая собралась здесь. Прошу тебя. Только не сегодня. Потому что это тот день, о котором мечтает любая девушка. Такое случается в жизни один раз, когда девушка надевает свадебное платье. Слышишь меня? Я тебя прекрасно слышу. Я обещаю, я сама рожу тебе ребенка, у меня получится. Жанна, никто от меня не рожает. Ты ошибаешься. Тогда вернись обратно. Постарайся понять, пожалуйста. Вы больше понимаете, что сейчас творится. Все мои представления о жизни, планы на будущее, все рушится. Это был твой выбор. Ты сам виноват. Да, я знаю. Хорошо. Перейду сразу к делу. Ты успеваешь по времени, и думаю, ни к чему такая спешка, если жизнь рушится без этого. Я скорее еду на автопилоте. Я уже это понял, и поэтому напоминаю тебе, что сейчас ты проезжаешь в Закаровку. Осталось совсем немного. Когда будешь проезжать мимо Темиртау, постарайся не удерживать линию. Будем на связи. Да, конечно. Еще какие-нибудь пожелания? Нет. Пока на этом все. Входящий звонок. Папа. Алло, пап. Так, Алмаз, я что-то не понял, ты сейчас где? Пап, я... Ты дегенерат? Или ты, сучок, под кайфом? Я уже знаю, что тебя здесь нет. Пап, я все объясню, как только вернусь обратно. Ты объяснишь мне сейчас.
Какого хера ты едешь по трассе, обрушив все беды и катаклизмы на эту свадьбу? Ты чё, травы обкурился, что ли? Пап, я в адекватном состоянии. Я всё объясню, как только вернусь обратно. Постарайся меня понять, пожалуйста. Так, значит, самый ответственный момент. Все мои усилия ты смываешь в унитаз и сваливаешь какой-то дешевой бедной шлюхе? Это тебе так Ануар сказал? Да какая разница, кто это сказал? Ты что, издеваешься надо мной? Только не говори, что она рожает от тебя. О, Господи. Значит, это правда, да? Да, пап, это правда. Извини, что все вышло именно так, но ты сегодня станешь дедушкой. Вот ты мудак, а. В самый важный вечер в твоей гребаной жизни ты должен был находиться рядом с Эльвирой, сидеть там, пока жопа не слипнется, и вставать тогда, когда взрослые поднимают за вас бокалы. Потому что эта свадьба алмаз, как тонкая нить, которая связывает многие узлы. Понимаешь? От этого зависит моя репутация, мои отношения с Арманом Аспановичем. И в самый ответственный момент ты сливаешься какой-то бабе. Ты не мог поехать завтра или послезавтра? Это какая-то баба рожает от меня ребенка именно сегодня. Постарайся меня понять, прошу тебя. Она рожает от тебя, чтобы высосать через твой худой конец всю твою кровь и все твое состояние, как через трубу выкачивают нефть. Да, это горькая правда. Но ты заметишь это слишком поздно, когда побелеешь, как мумия. Ты понял меня, лошара? Я многое понял о себе. Но неужели тебе не интересно, внук родится у тебя или внучка? Если ты не дегенерат, ты развернешь сейчас свою гребаную машину в обратную сторону. Если ты меня ослушаешься, ты меня разочаруешь. Прости, пап, но я не могу развернуть машину. Я... Пойми меня, пожалуйста. Я люблю тебя. Так же, как и этого ребенка. Тебе еще интересно, почему я не спрашиваю про него? Да, конечно. Так вот, мне абсолютно насрать, кого там рожает твоя нищебродка. Сегодня... Ты разбил мне сердце. И не думаю, что ты посеял свой плод что-то хорошее. Интересный вердикт. Раз все зло передается на генетическом уровне, значит, оно было изначально в тебе и в дедушке, и в его дедушке. Ты никогда не задумался, почему внешне у тебя нет ничего общего со мной? Вот твоя сестра Динара, она вылитая я, даже если она девушка. Но ты даже не похож на свою мать. Ты о чем, пап? О том, что с этого момента ты никакого отношения не имеешь ко мне, к моему бизнесу и вообще к фамилии Умаровых. Пап, что ты несешь? Я что-то не понял. Значит так, я отправлю к тебе юристов, компанию перепишешь на Нуара, потому что у него есть те амбиции, которые нужны как раз для работы. Ты передашь все пакеты акций, все учредительные документы, и забудешь дорогу назад. И если ты хоть как-то будешь пытаться сопротивляться, тем самым усложняя мне задачу, я даю тебе слово. Ты окажешься на холодной улице без крыши, без трусов. Я арестую твои счета и заберу все твое имущество. Так что придумай головой, прежде чем что-либо делать. Потому что я дважды повторять не стану. Входящий звонок.
Говори, Бектас. У тебя что-то срочное? Алмаз Нурланович, прошу прощения, если позвонил не вовремя, но с вами все нормально? У меня все замечательно. А к чему ты это спрашиваешь? Ну, я слышал, что вы отравились. Интересный поворот событий. Это кто сказал, что я отравился? Гости начали искать вас, Эльвира Армановна, и Тамада объявил всем, что вы отравились. Я вообще подумал, что вас увезли в больницу. Нет, конечно нет. Никто не отравился, ни я, ни Эльвира. Скорее, это вымысел моего отца. Окей, все, понял вас. Если у вас есть какие-то поручения... Никаких поручений нет, кроме того, что я уже тебе сказал. А теперь я переключаюсь на другую линию. Говори, Ануар. Только быстро, у меня 3 звонка висят на линии. Я просто хотел спросить, все ли у тебя хорошо. У меня все замечательно, Ануар. Особенно благодаря тебе. Ты сам виноват. Ты обещал перезвонить, и так и не сдержал свое слово. Кто спорит? Ты просто молодец. Я говорю на полном серьезе, без сарказма. Ты просто облегчил мне задачу перед отцом, так что я выражаю тебе огромную-огромную благодарность. А теперь скажи, ты насчет компании звонишь или просто так? Ты сказал насчет компании? Да. Мне повторить вопрос? Я не понял тебя. Насчет какой компании? Алмаз, с тобой точно все в порядке? Это я, Ануар. Я не Даун, я понимаю, с кем разговариваю. Хорошо. Тогда про какую компанию ты спрашиваешь? О чем вообще идет речь? А ты будто не в курсе всех событий. Каких еще событий? И что ты меришь? Говори уже, Алмаз. Что значит в курсе всех событий? И что ты подразумеваешь под этим, а? Алло. Ты знаешь, кажется, только до меня кое-что дошло. Анчик, прости, пожалуйста. Интересно, за что? Ты тоже решил разговаривать с загадками? Мы еще с тобой поговорим на эту тему, но... Но если ты вдруг узнаешь об этом до моего приезда, то соглашайся. Просто соглашайся. Фак. Я понятия не имею о чем ты, но... Ты меня пугаешь, бро. Завтра ты все поймешь, но сейчас ты позови Бектаса и посади за стол друзей, окей? Кого? Ты про этого водителя, что ли? Не выражайся так, он мой водитель. И он хороший парень, понял? Просто позови его за стол друзей и проследи, чтобы ему налили. Что с тобой происходит, Алмаз? Я знаю тебя не первый год. Но сегодня я вообще тебя не узнаю. Просто сделай то, о чем я тебя попросил. Ты же исполнишь мою просьбу? Зачем переспрашивать, если ты знаешь ответ? В общем, твоя невеста, она покинула свадьбу. Если что, знай, я ей ничего не говорю. Я же уже извинился за то, что засомневался в тебе. Так что я верю тебе, брат. А Тамада сказал, что ты вообще попал в больницу. В общем, я надеюсь, что ты сумеешь выбраться из этого дерьма. Удачи, брат. Входящий звонок. Ты не мог сразу сказать все как есть? Сказать что именно? Что я отравился или что я стал отцом? Ты прекрасно знаешь, о чем я, Алмаз. Так что давай без притворств.
Я чувствую себя полной дурой, которая знает все последней. Ну, прости, я просто не знал, как все это правильно тебе объяснить. Я бы ни за что не догадалась, что ты скоро станешь папой. О, Господи, я до сих пор не могу в это поверить. Что было, то было, Динарка, так что просто остается принять факт. Да, но я-то и вправду поверила, что ты уехал по каким-то срочным делам. Думала, беда с компанией или еще что-то другое. Но рождение ребенка мне и в голову не могло прийти. Ты знаешь, что ты сумасшедший? Я всегда думала, что ты другой, не как все, но ты оказался как обычный мужик. И это я про твое поведение. А что не так с моим поведением? Почему всем есть дело до моего поведения? В каком смысле всем? Ты что, издеваешься надо мной? Только не придирайся к словам, Динарка. Короче, Алмаз. Она сняла свадебное платье и просто ушла. Я надеюсь, ты хоть что-то осознаешь? Алло! И давно она ушла? Ты вообще с головой дружишь или как? Началось. Знаешь что, Алмаз? Ты не только изменил ей, ты унизил ее. И вместо того, чтобы попытаться хоть что-то исправить, ты спрашиваешь меня, и давно ли она ушла? Динарка, однажды я ошибся, да, я признаю. Но я не могу разрываться на две стороны. У меня весь мир рушится напополам. И буду честно, мне тоже нелегко. Это совсем не похоже на тебя. Совсем. А как быть с гостями, которые думают, что ты отравился? Все думают, что ты в больнице. Ну и замечательно, что они так думают. Вот как раз для них лучше ложь, чем правда. Не сомневайся, Алмаз. Если ты не сотворишь чудо, уже завтра все узнают правду. И если Эльвира подаст на развод, тут уже ничего не придумаешь. Зачем вообще что-то придумывать? Люди сами найдут, что сказать. Алмаз, при всем моем уважении к твоей ситуации, если бы ты мне сказал про это сразу... В общем, ты мог бы сделать все иначе. Завтра ты нашел бы сотни причин, и я уверена, Эльвира, она бы ничего не узнала. Знаешь, у меня просто вскипит мозг, если мы не прекратим этот разговор. Все, что я сейчас хочу, это просто закрыть эту тему. Я волнуюсь за тебя, Алмаз. Неужели ты это не понимаешь? Звонок Арман Аспанович. Добрый вечер, Алмаз Нурманович. Вечер добрый, Диас. С вами хочет поговорить Арман Аспанович. Вам удобно разговаривать? Да, да, конечно. Хорошо, ожидайте. Я передаю телефон. Арман Аспанович. Алло, Алмаз? Я вас слушаю, я на линии, Арман Аспанович. Алмаз, что происходит? Мы будто на какой-то звездный концерт приехали. Тысячу извинений, Арман Аспанович. 10 миллионов извинений. Я звоню не за этим. Черт знает, где ты и где Эльвира. Ладно, задам прямой вопрос. Эльвира знает, что ты сегодня станешь отцом. Ты только не стесняйся, говори как есть. Арман Аспанович, я люблю Эльвиру, и она мне очень дорога. Но я ей ничего не говорил. Все вышло из-под контроля. Мне стыдно вам это говорить, но... Сейчас я еду к девушке. В общем, я ее даже толком не знаю, но... У нее отошли я воды. Я понял, не утруждай себя, Алмаз. Да, спасибо. У меня тоже есть внебрачные дети. И я жалею, что не участвовал в их жизни, потому что пытался держать это в секрете, особенно от супруги. Сейчас дети взрослые. Кто в универе, кто закончил. Они не признают меня как отца, потому что их воспитал человек,
который проработал на заводе всю жизнь, чтобы поднять чужих детей, понимаешь? И подарил моим детям ту любовь, которую не смог подарить я. Мне стыдно перед ними, потому что они тоже мои дети. К сожалению, мужчина народ полигамный, тем более тогда я был тоже молод, как ты, амбициозен и, конечно, был очень глуп. Но спустя какое-то время ты взрослеешь, становишься мудрее, и ты понимаешь, что жизнь утекает. Как мужчина, как отец, я всегда поддержу тебя, но вы с Эльвирой люди взрослые и должны уметь разговаривать. Конечно, я ее немного избаловал, но если все-таки вы решите остаться вместе, не обижай ее. Прими это как душевный разговор между двумя мужчинами. Даю вам мужское слово. Я очень благодарен вам и хочу сообщить, что вы смогли со мной поговорить как отец с сыном. При этом, ни разу не оказав на меня давления, я очень благодарен вам, Арман Аспанович. Не переживай, все нормально. Как закончишь свои дела, забегай ко мне в офис. Прости, пожалуйста, если надавила. Я просто волнуюсь за тебя. Да, конечно. И ты меня прости. Эти пару часов я сам не свой. Я поняла. Беспорядок, который сейчас творится в твоей жизни, найдет свой порядок. Я знаю. Да, возможно. Лучше скажи, как там обстановка? Есть напряжение? Я сейчас в саду, но там внутри как будто все на карнавале. Так что можешь не переживать. Все думают, что ты в больнице. А знаешь, что самое удивительное? Будто никого не волнует, что свадьба продолжается без молодоженов. И это какое-то новшество. Если бы не тамада, которая удерживает свадебное настроение, я не знаю, что бы сейчас тут творилось. Это приятная новость. Согласна. Я так понимаю, ты до сих пор едешь? Да, осталось совсем немного. А подруга твоя, она из другого города? Да, она из Караганды. И лежит сейчас как раз в городском роддоме. Кстати, а это мальчик или девочка? Кажется, мальчик. По крайней мере, мне так сообщили. И кто ему имя даст? Папа или ты? Нет, я еще не думал над этим. Не буду лукавить, папа, он звонил мне. Тебе звонил папа? Да, он звонил мне. Он знал про ребенка, но я кое-что узнал о себе. Так. Ну-ка, поподробнее. Что ты узнал? Ну? Он вывел меня из игры. Я больше не являюсь учредителем компании. И все? Это все, что он мог сказать? В смысле, даже про малыша ничего не спросил? Кажется, он не осознает это полностью. Мы очень быстро поговорили. Да куда он денется? Побесится и успокоится. Как это было у меня, когда я выходила замуж за того идиота. Да, он принял решение и дал свои указания. Я отстраняюсь от дел. Мне больше не нужен этот нефтепроект, даже если он будет самым крупным в истории человечества. Поверь, я найду чем себя занять. Хорошо. Я в любом случае уважаю твой выбор. И главное, чтобы ты был счастлив. Спасибо, сестричка. А, и кстати, я решила разводиться. Я больше не хочу сидеть неделями и ждать, когда этот идиот вернется после очередной гулянки. Ладно, не бери в голову. Целую, братик, пока. Входящий звонок. Алмаз? Эльвира,
пожалуйста, выслушай меня. Мы только что разговаривали с твоим отцом и... Мне неинтересно, о чем вы разговаривали. Я звоню тебе сказать... Сегодня я понял кое-что. Ты даже не представляешь... Не перебивай меня, Алмаз. Я хочу высказать все, о чем думаю, пока ты не сбил все мои мысли. Я приехала домой и приняла решение. Я не знаю, правильно я делаю или нет, но между нами все кончено. Мы можем решить все вместе, когда я буду дома. Зачем так торопиться? Нет. Я сделала свой выбор, Алмаз. Как и ты сегодня сделал свой. Но я не отказывался от тебя, Зая. Я люблю тебя. Это уже не имеет никакого значения, потому что я была права по поводу ребенка. И не нужно пытаться что-то придумывать, потому что это уже ни для кого не секрет. Ты просто клоун, Алмаз, который думает, что он большой человек. Но ты всего лишь папинкин сынок. И без него ты букашка, которую, если раздавить, никто и не заметит. Эльвира, что мы за такое общество? Так легко разрушаем, когда построить куда сложнее. Мы вроде должны поддерживать близких. Если курс сбивается, наставлять их на правильный путь. Забывать их неудачи и запоминать только подвиги. Но мы их не слышим. Не замечаем их присутствия. Мы видим только горизонты и мечтаем покорять вершины. Что? Ты бредишь под кайфом, да? Эльвира, что вообще с нами происходит? Знаешь что? Раньше я даже не могла себе представить, что твой голос будет казаться для меня мерзким, отвратительным. Но сегодня меня тошнит от него. Так что между нами все кончено. Представляете, как внутри меня бушует пожар. Просто поражай в этом духе. За тобой едет черный джип. Видишь? Кажется, без номеров. Да, все верно. И как долго она за мной следит? Минут 5. Она приведет тебя к твоему другу. Так что я тебе дам вторую инструкцию. При въезде в город есть красная заправка. Я знаю эту заправку. Отлично. В общем, когда будешь туда подъезжать, пропусти машину вперед и дальше следуй за ней. Когда будете на конечной точке, припаркуйся сзади машины и выключи фары. После чего выйдешь из машины и прихватишь с собой сумку.
Ничего пугаться не надо. Перед тобой откроется багажник, просто положи туда то, что надо, и сразу же вернись обратно в машину. Разумеется, никто не собирается пересчитывать часами каждую купюру. Но будет визуальный подсчет, и как только донесут мне, что сумма правдоподобная, появится другая машина, откуда выйдет твой родственник, и ты сможешь его забрать. Но перед тем, как его отпустить, я сделаю тебе последний звонок, так что телефон держи, как всегда, рядом. Надеюсь, ты сделаешь все без каких-либо глупостей и будешь придерживаться четкой линии договоренностей. Вы вроде сами признали, что я умею держать слово. Хороший аргумент. В общем, если все пройдет гладко, я отпускаю твоего родственника, и ты меня больше не услышишь. Договорились. Но сначала я хочу его услышать. Тебя хотят услышать. Алмаз, со мной все в порядке. Алмаз, моя задача только вернуть долг. Бессмысленное кровопролитие не входит в мою компетенцию. Чтоб ты знал. Да, я это уже понял. Примерно через 5 минут ты будешь на месте. Не проморгай заправку. Входящий звонок. Скрытый номер. С тобой можно иметь дело. Но знай, что ты по своей доброте не разбираешься в людях. Что вы имеете в виду? Открой WhatsApp. Я как раз сбрасываю тебе фотографии с его телефона. Если тебе интересно, я расскажу, как эти фотографии попали к нам в руки. Сам знаешь, он задолжал большую сумму совсем не маленьким людям и подался в бега. Где мы только его не искали. Каждая гостиница, каждое казино, каждый друг и каждая подруга. Так вот, когда нам выслали фото, видеоматериал из казино «Черный меч», я ознакомился и с другим персонажем на фотографии. Узнаешь ее? Да, узнаю. Это Эльвира. Но добраться к ней оказалось не так просто. Когда узнали, чья она дочь, мы решили набраться терпения. Пока прослушка работала днем и ночью, мы собирали информацию с разных источников. Сын уважаемого Нурлана Омаровича женится на дочери одного из влиятельных людей страны. Знаешь, Алмаз, для меня ты был ключевой фигурой. Мне стало интересно, как далеко готов пойти человек, чтобы спасти друга, который совсем недавно имел его девушку, на которой он сегодня женится. Так что, Алмаз, ты можешь все исправить. Сегодня твое желание – это закон. Решай сам. Тебе помочь заткнуться? Или как? Ну? Говори, Алмаз. Еще пару часов назад мне
казалось, я рискую потерять все, что у меня есть. Но сейчас я понимаю, что ничего у меня и не было. Просто оставьте его на трассе. Как я и говорил, сегодня твои желания — это закон. Алло, Алмаз Нурланович, извините за беспокойство, это снова Осель. Я вам звонила по поводу посылки с сайта NetShop. Опять что-то не так? Наоборот, я тут смотрю вашу историю покупок. Сейчас. Вы всегда указывали один и тот же адрес в городе Астана. И ваш последний заказ был сделан с тем же идентичным адресом, Кунаева 77А. Но почему-то город указан уже как Алматы. Может, вы ошиблись городом при заполнении? Может быть такое? Алло, вы меня слышите? Алло. Быть может, я ошибся городом. Я уже не помню. Хорошо. Тогда я меняю город на Астану. А адрес оставляем на Кунаева, верно? Алло. Мне указать старый адрес? Так. Надо что-то менять. В смысле, поменять на новый адрес? Да-да, Оселя, вы же в Алматы находитесь, я правильно понимаю? Да, товар вернули в офис, а теперь я перенаправляю его в Астану. Я не про офис, я про вас. А, я сейчас не совсем понимаю вас. Задам прямой вопрос. Вам когда-нибудь приходилось соглашаться на свидание с незнакомцем? Слепую. Вы даже себе не представляете. Через день соглашаюсь. Почему? Потому что настоящие мужчины предпочитают не соблюдать субординацию. Осель. Что? Еще полчаса назад мы были заняты своими делами, ничего не знали друг о друге, и вы уже решили, что я веселый человек. Мне не весело, мне грустно. Потому что я сам не знаю, кто я такой. Я всю жизнь нес эти невидимые цепи, и что-то в вашем голосе, вроде как ноты небольшой радости. Я слышу их. Я чувствую, как они освобождают меня от цепей, так что к черту вашу субординацию. Просто сохраните мои вещи у себя как предлог для знакомства. Алмаз Нурланович, давайте по-человечески поговорим, вот судите сами. Каждый день я обзваниваю сотни клиентов, и практически каждый четвертый клиент пытается познакомиться. Я ни в коем случае не хочу обидеть вас или задеть ваши чувства, но давайте, пожалуйста, вернемся к рабочему процессу. Я уверена, ваши планы никак не зависят от какого-то менеджера на другом конце провода. Знаете, да? Сегодня я понял кое-что. К черту все планы, которые были.